дороге в праздничный сезон кому-то достается нервотрепка. Такси! Кому-то задержки рейсов. А кому-то Дейл Гриффин. Американские аксессуары, директор по продажам шторных петелек. Нилу Пейджу досталось все сразу. Я ехал домой, чтобы провести праздники с родными. А теперь я в мотеле, в одной постели с незнакомцем. И вместо Дня Благодарения в кругу семьи, он проведет 3 дня с индюком. Эй, ухнем! И как слоны довольны, покатимся вперед. Флинстоун, семейка Флинстоун! В пещере все мы весело живем! Промал Пикчерс представляет. Уилма! Стив Мартин. На Гавайях бывал? Бывал. На концерт Джон Хо ходил? Второй тур намного лучше. Неужели? Да. Джон Кэнди. Ты зачем меня за руку держишь? А где твоя вторая рука? Между подушками. Это не подушки? В новом фильме Джона Хьюза. Самолетом, поездом, машиной. Футбол на днях смотрел? Классный был матч.